Сразу вас предупреждаю, здесь очень много мата, и адекватности тоже не нужно ждать. Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон, и сегодня у нас новая рубрика на канале. И связана она с нарезками самых мерзких, самых смешных, самых идиотских моментов с моих старых стримов. Ну и с новых я тоже буду делать, но только тогда, когда я переберу старые. Также я буду вставлять сюда и моменты с роликов. В эту рубрику будут входить как какие-то моменты, так и какие-то смешные истории из жизни, которые вы не услышите от меня в роликах. Но я когда-то их рассказывал на стриме. Теперь самое главное. Вы должны показать, нравится ли вам такой контент и продолжать ли мне это делать. Поэтому ставь лайк и пиши комментарий обязательно. Кто олд, кто помнит эти стримы, пишите, пацаны. Покажите, что вы еще здесь. Друзья, хочу сообщить вам о том, что ребята с OneX настоящие профессионалы, работающие быстро и надежно. Поэтому переходи на мой твиттер и получи свой подарок. Ну что же, понеслась, друзья. И сразу хочу вам дать небольшие рекомендации. Рекомендую не смотреть с максимальным звуком в наушниках. Это также не рекомендую смотреть без них в каком-то кафе или дома возле родителей. Я вас предупредил. Ну как, блять, голова, даже на это не было подозрения, никакого диагноза не ставили. Как ты это делаешь, я не понимаю. Лизуны яшные, блять. Как я отклонился? Тише, 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 не напрягаемся, не напрягаемся, не напрягаемся. Ой, мне пиздец, нет. Я хочу убить его оружием же. Просто какие же вот только... Жалкие, блядь. Крэн-кик тебе сразу в шею. На, прицепись туда, как говно. Клетки к собачьей. Я его повесил, ребят, практически. Практически я его повесил. Но по лицу его было видно, что ему плохо. Нельзя, нельзя, что подходил, Антон! Антону пизда. Антону пизда. Блять, сука! Блять, ну почему ты не ставишь блок, Антон? Ну блять, ну ты такой еблан! Ну просто ты конченый, это все вот... Реально, вот здесь я проебал просто по своим ошибкам. Просто я долбоеб! Да я молчу, пацаны, потому что я думаю, что делать. Мне нужно как-то выбираться. Хоть и личико его подмыло, смертоносная комба моя, понимаете? Но я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Вот эти удары, которые просто помогли ивоному парикмахеру бывшему поправить прическу этого колпачка, не помогают. Он меня просаживает. О! Блин, у него такие лапы здоровые, охереть. Левую руку теряем, как и с Хобзой. Сука, Спарта, блядь! Иди к папочке, марионеточка, блядь! На! Вот это анимация, вот это анимация! Не, у тебя не такая. Теряем руку, заказываем гробницу под нее. Членосос ходит без блока. Членосос лагает и ходит без блока. Дай-то я тебя всажу в колпак! Пиздец, ребята. Просто чувак ходит без блока, я не понимаю, ты кого вырос такой? Ебать, он что там мутит? Ну куда? Он бы сейчас меня накрыл бы этой котлованом этим. Какой же ты тяжелый, пиздец. Соседей давно нету, я их вырезал. Вот куда удар мой первый прошел? Надо делать, надо идти ва-банк. Пацаны, слышите меня? Иду ва-банк.
О! Wow, we go inside the numbers. Look at the head kicks landed. His opponent's not going to last much longer. Nice shot. He was looking for the head. Что там с руками? Немец. He's doing some damage with those kicks. Ва-банк служит победой, служит победой Ва-банк. Good job blocking the punch. Жесть. Не сдаемся, ва-банк идем. Хорошо, отходим. Подходим, корпус будет заходить. Сука, накрыл бы тебя, отвечаю, таблетки не пригодились бы. О! Тише, 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 тише. Идем, идем. Накажем этого Дед Мороза. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо! Блять, ты не упал, нахуй! В пятом раунде! Бомжа, я не понимаю двух оверхендов! Расскажи мне! Расскажи моим кентам, блять! Упади нахуй отсюда! Упади нахуй! Он еще и не умирает! Это пизда просто! Это просто пизда! Я нанес ему в пятом раунде 10! Сильных ударов! 10 сильных ударов! Посмотрите на его глаза! Они спутались с мозгом, посмотрите! Я его еще должен был добивать! Жопа должна была выстроить голову! Но получается то, что я его добиваю! Как не нервничать? Как не нервничать в этой игре? Почему я проклят, блядь? Попробуйте... Блядь, господи! Я не понимаю... Как тебя еще не закрыли в рубашку? Еще если вот это вот сейчас колотушка с правой ноги меня убьет... Ребят, я сломаю Джост, я клянусь. Вот просто я его сломаю. Я сломаю Джост и перестану стримить. Давай играть так же, как и ты, блядь, давай! Поехали, блядь, маразматичка ебучая! Вау, 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 нифига себе, мама, как я умею, блядь! Отличная игра, брат. О, давай поспамим в животик. Пробиваем. У меня задача пробить ему руку. Принимай за чеканку. Чувак, да, упал? С какого хайкика? Ну, прикольно. Прикольно, когда чувак падает с 10-го хайкика. Просто реализация игры, конечно, на высоте. Ладно, последних два боя. 2-3 боя, и все, нету топов, короче, уходим. Ну, то есть я с вами начинаю уже прощаться, ребят. Спасибо, кто досидел сегодня до конца со мной. Тот, кто верит в меня до конца и понимает, что... Дело-то не во мне. Дело везения. Я везение где-то проиграл. Во-во, вот так вот. Вот так и надо тебе. Куда ты собрался там? Подставлять, жопень, еще рано. Жопендроста свой подставлять. Ножницы. Нет, это не ножницы были. Мне нос чешется, пацаны. Это к деньгам, нет? Вот где флешка, корпус, да? То есть комбинации проходят. Хер с ним, тройные удары, не тройные, бучер золотой. Нету флешки, вот где флешка? Понимаешь, нет флешки на корпус, братан. Вот где флешка? Вот сейчас, вот понимаешь? Посмотри на корпус и посмотри на эту. Вот, блядь, еб... Все, нахуй, выключаем стрим, все, пропадаем, пропадаем навсегда, я не знаю. А я проебал. Иди нахуй отсюда, сатана ебаная яшная, блядь. Вы видели, да? Вы, вот все, вот и вся игра. И все, которые пишут мне то, что я ною.
Как это возможно в этой игре? Куда ты прыгаешь, срань ты божья, блядь? Нет, не падает! Нету флешек, нету, все, нету! Нету флешек, нету! 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 Нету флешек, пацаны! Нету флешек! А нахуя они ему нужны? Вот и вся игра! Вот и вся игра! Вот и вся игра! Прыгни отсюда, давай, осадок! Осадок дерьма, бля, ебаного! Нету флешек! Зачем ему флешки? Нету! Нету флешек! Нету флешек! Иди сюда! Я тебе с концами напишу, блядь, слово флешка, блядь, на животе на твоем. Нету флешек. Чувак весь красный. Нету флешек. Нету флешек у чувака. Здорово. Здорово, где флешки? Расскажи мне. Покажи эту скважину, куда сосать, покажи. Наконец-то, гной ты на моей жопе. А, ты еще не умрешь, да? Сериал продолжается, блядь. Вы сами все видите. Вы сами все видите. 108 ударов. 47 акцентированных. Всегда красный, всегда без стамины. Что вы скажете? Что вы скажете? Что вы скажете? Иди сюда, выродок яшный, блядь, иди сюда. Отлично, я даже не подвинулся от твоих ударов. Вот они, уже две, будет клинч брать. Ой, как промахнулся этот моим арбузом. Я бы реально упал бы, просто упал бы с концами. Я не запустил бы игру. Если я проиграю этому огрызку, пацаны, я не запущу эту игру 10 лет, клянусь. Если я проиграю этому огрызку. Что ты делаешь? Я не понимаю. Метла ты, блядь, школьная. Что ты делаешь? Иди сюда! Что ты делаешь? А, ты не будешь, да, падать? Ебать, я тут ковыряю просто. Я не понимаю, я собираю огрызки за ним. Прыгай. Молодец. Зачем судья кого-то зовет? Обоссы его, ёпта, читера, обоссы этого. Блять, как вот не кинуть джойстик? Я не понимаю нахуй от всего от этого, блять. Я не могу с этого демона держать в себе, просто не могу, нахуй. Не могу, блядь, я не могу сидеть молчать, блядь. Иди я тебя побрею, блядь, хлеборез, нахуй. Я не могу вообще молчать, просто, блядь. Дайте я взорвусь и пойду домой спать, нахуй, пизду. Хотя я и так дома, иди сюда, Дракула, блядь. На, на, я всем проебываюсь, у меня всем, блядь, деремся, нахуй, вертушки, хуюшки, блядь. Все, мне легче нахуй. Спасибо. Спасибо за внимание. Концерт окончен.